Болтком. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Декан юридического факультета Балтийской международной академии Ирина Цветкова у нас на прямой связи посредством Зума. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, как мы знаем, уже сотни исков подано, ну, их можно назвать от антиваксеров или пострадавших от новых правил Кабинета министров, поданные в административный суд. Я так понимаю, что впереди еще иск от известных депутатов Сейма и в Конституционный суд. Об этом несколько попозже. А начать я хотел бы вот и узнать ваше мнение, как у человека, который имеет и политический опыт, и вы были и депутатом Сейма. Вот президент Геуслевец таки обнаружил изъян, серьезный изъян в госуправлении. Он пришел к неожиданному выводу, для многих, может быть, совершенно неожиданному, что у нас не хватает, оказывается, министров. Да, соответствующий законопроект о введении должности госминистров, правда, в следующем парламенте, вот он внес буквально на днях, я так понимаю, что те депутаты, которые за него голосовали сейчас в серьезных раздумьях, как отреагировать так вежливо, ну, те депутаты, которые за него не голосовали, они сказали, что не будут поддерживать и этот законопроект. Как вам кажется, может, действительно нам госминистров не хватает? Может быть, что-нибудь, чего-нибудь другого не хватает? У нашей армии чиновников, безусловно, не хватает еще определенное количество чиновников. Это же бесконечный процесс. Да. Единственное, что хорошо получается у нас множить и размножать, это чиновников. Мы на самом деле, по моему глубокому убеждению, личному мнению, оказались в плену сословия чиновников сегодня. И как мы можем наблюдать, сегодня именно чиновничество определяет политику, определяет налоговую политику, определяет уровень и меру защиты, запретов всевозможных и так далее. Законодатель у нас сегодня превратился в такого исполнителя на самом деле в Сейме и просто потакает тому, что делает Кабинет министров. И уже давным-давно, это продолжается много лет, но сегодня это очень ярко видно, когда Кабинету министров отданы все фактически полномочия. Да? У нас, конечно, в парламентской республике президент имеет очень ограниченные полномочия, но у нас у Кабинета министров настолько они расширены, ни для кого не секрет, что все законопроекты фактически, ну, в 99% случаев создают министры. И, конечно, министерство перегружено работой. Конечно, нам не хватает еще одного чиновника, который будет посредником, я только не очень поняла из аннотации господина президента, из аннотации к законопроекту, посредником между кем и кем, и в чем тогда эффективность, если у нас есть и госчиновники, у нас есть товарищ министра, у нас госсекретари, которые присутствуют всегда на заседаниях парламентских комиссий, где, ну, фактически зачастую эти заседания комиссии выглядят как фарсы, где происходят такие формальные обсуждения, но тем не менее всегда все законопроекты уже по предварительному согласованию, так как коалиция существует известная, да, как в Сейме, так и в Кабинет министров таким образом создается, они голосуют всегда за то, что уже создано Кабинетом министров. То есть у них всегда согласованные решения. Да? Естественно, с одной стороны, вот эта инициатива, такая своеобразная, мягко говоря, министра, кажется в пику, ну, тому, что происходит в госуправлении. С другой стороны, конечно, это, безусловно, совершенно не нужно, и понятно, что президент, вероятнее всего, хотел показать на то, что есть какая-то системная ошибка в управлении. Она действительно существует. И, к сожалению, ни у наших политиков, ни уж тем более у армии чиновников не хватает широты взглядов, и они не видят картину в целом того, что происходит. Да, ну вот, с другой стороны, кто-то может сказать, что, может быть, очень хорошо, что полномочия в основном отданы Кабинету министров. Вот вы, правда, сказали, что 99% приходит этих законов из Кабинета министров, а 1% из Брюсселя. Ну, то есть, фактически, получается, что депутаты законотворчеством не занимаются. Но, с другой стороны, кто-то может сказать, что это и хорошо, потому что вот, а то депутаты... Вот 5 дней дебатировали по поводу бюджета, дай им волю, они будут 25 дней дебатировать, толку нет, а так Кабинет министров прислал, все просто, формальные заседания состоялись, одобрили, и процесс пошел, решение принято.
Кто-то же ведь и так уже дебаты правящей коалиции, все-таки там демократы сидят, они уже сократили дебаты до 2 минут. Социолог Айгар Ферманис предложил до 30 секунд, ну так, с юмором, и разрешить использовать ненормированную лексику. То есть вышел, сказал пару слов и ушел. Ну, поздоровался, конечно, да. 30 секунд прошло. Да. Можно еще использовать плакаты, если не разрешают говорить. Да. Это вот интересный способ. И плакат держишь в руках, да, протестуя против чего-то. Да. Вы знаете, ну, действительно, и по своему опыту, хотя это было определенное количество уже времени назад, в бытность мою депутатом Сейма, и наблюдая в дальнейшем, что происходит, конечно, к большому моему огорчению, вообще парламентское заседание, то, как это все происходит, то, как относятся к депутатам той же позиции оппозиции, вообще негативное это отношение как внутри, так и, естественно, народа, часть которых избирает тех же самых депутатов. Это все выглядит как такое театрализованное представление. Я очень опасаюсь того, и я считаю, что это как раз очень большая угроза действительно основам демократии, когда у нас законодательная власть превратилась в неких, наверное, пешек в руках чиновничества. И это очень большая проблема, на мой взгляд. Да, вот вы как раз заговорили о чиновниках, ведь не секрет, что все основные правила, связанные вот с борьбой с пандемией, как раз у нас чиновники-то и пишут. Понятно, что это не министры, не тем более депутаты. Как мы констатировали, чиновники сидят, там есть эта группа оперативного управления, еще есть разные группы, это уже в закрытом режиме. И вот они, так сказать, рождают нам очередной законопроект или правило кабинета министров, и потом это вот после короткого обсуждения, в основном тоже 99% всего этого массива, которого приходит в кабинет министров, утверждается. Да? Отдельные решения имеют свою, наверное, логику, но принимаются тоже с опозданием, как мы констатируем. Да? Отдельные решения вообще, мне кажется, очень странными. Вот не знаю, как вам, принято решение кабинета министров 6 декабря проводить, ну, тотальное тестирование на всех рабочих местах. То есть это не только уже муниципальные государственные учреждения, это частные фирмы. Но вот мне тяжело представить, как это будет происходить, допустим, в Риге, где этих компаний, предприятий и так далее идет на десятки тысяч. Как это все будет происходить, как государство сможет обеспечить логистику, это что, представители фирм будут в очереди стоять где-то на складе, чтобы получать эти тесты в этих... нести их в мешках, я не знаю, как, в торбах. Ну, как вам все это видится? Насколько это вообще логично? Давайте вернемся к тому, что вы сказали в самом начале об инициативе президента по поводу дополнительного госминистра, то есть дополнительного чиновника, который должен повысить эффективность деятельности и работы госуправления. Притом там не только один госминистр, там может создавать и немного. Он сказал, что это не обязательно один, да. Что там? Да, ну то есть дополнить еще определенным количеством чиновников, создать теплые кресла с хорошими зарплатами. Да. В общем, конечно же, еще раз повторяю, я могу согласиться с тем, что у нас есть системная ошибка, и мы видим, что управление неэффективно. Но это совершенно очевидно, уже надо признать этот факт. И вся статистика, которую мы видим, и все мероприятия, которые связаны с пандемией, мы, конечно же, видим, что к большому огорчению она неэффективна. И все эти мероприятия, они очень-очень буксуют. И мы помним первый же скандал, когда только все началось с масками, когда была большая закупка и оказалось, что они не сертифицированы, и я не знаю, чем закончилась история с расследованием по этому поводу. Дальше, естественно, больше. У нас было лето, когда мы могли спокойно подготовиться к осени, и всем было совершенно очевидно, и уже есть тоже по этому поводу определенные выводы не только в Латвии, но и во всем мире о том, что, естественно, с похолоданием, с осенью увеличивается рост заболеваемости. Летом все прекрасно отдыхали,
Да, вся армия чиновников отлично проводила время зачастую где-то на курортах. Да. Мы ослабили ограничения и запреты и совершенно не подготовились, как всегда, к очередной волне. Совершенно не подготовились. Но хочу заметить, что в марте месяце была заготовлена уже история с тестами, которые сегодня ввели как правило, как требование, чтобы все их проводили. То есть эта история появилась не сегодня. Уже обстоятельства изменились. Уже накатила на нас так вторая волна, что просто мы на первом месте, как всегда, с минусом по количеству заболевших. И, к сожалению, были, да, такие дни. И, к сожалению, по количеству смертей от ковида. А в марте месяце была такая идея осуществлена, что все должны будут проводить тесты. Естественно, была создана компания. Естественно, эта компания, этой компании совершенно замечательно, как у нас принято, только что созданной с какими-то специально назначенными людьми, было выделены огромные деньги, то есть миллионы на закупку этих тестов, и теперь их надо реализовать. Понимаете? Уже у нас по-другому все. У нас уже вакцинирование проходит массовое. У нас уже были за этот период времени требования приняты по поводу того, что нужно предъявлять сертификат на определенных местах работы и так далее. Но теперь у нас есть огромное количество тестов уже закупленных. Их же надо реализовывать. И теперь и вакцинированные, и невакцинированные, они все должны проходить два раза, если я не ошибаюсь, в неделю тестирование. Но мы находимся в плену у чиновников. Ну что еще можно сказать? Да, осваивают огромные бюджеты, и мы вынуждены это все исполнять. Да. Вот говоря о судебных исках, понятно, что их будет очень много еще, поскольку следующий срок, какой контрольный, 15 декабря, когда уже в частных фирмах можно будет увольнять людей, которые не имеют вот действующий сертификат. Ну, видимо, можно предположить, поскольку подобная ситуация уже сейчас во многих европейских странах, скорее всего, ну, большинство судов мы уже видим по прецеденту, будет проиграно вот этими людьми. Но вот дальше интересно, что депутаты Сейма, я так понимаю, сейчас их, по-моему, три, да, но один в заключении находится, двое, один из них не той вакцины привился. Да, вот бывает та вакцина, а бывает не та. Ну, он как-то по ошибке не той привился, значит, это не считается. И одна депутат, как мы знаем, такая убежденная антиваксер, она не привилась, у нее нет сертификата переболевшего, и она отстранена от своих обязанностей. Ну, честно говоря, я так понимаю, что в Европе таких прецедентов нет. Да, я сейчас не хочу никакого депутата защищать, мы вот чисто вот юридически посмотрим. Да. При том, в законопроекте, который наспех был принят и, кстати, подписан президентом, гарантом нашей Конституции, там сказано, что этот депутат вообще больше заработной платы не получает вообще. Да, ну не в смысле, что мы сейчас должны идти и собирать ему деньги, помогать, но возникает чисто правовой вопрос, на что этому депутату жить. Это раз. Во-вторых, после того, как этих депутатов благополучно отстранили от работы, Сейм продолжил работать удаленно. Я что-то тут не понимаю. Может быть, вы, как бывший депутат, мне объясните. Да. Знаете, когда-то мое предложение сделать вообще все заседания Сейма удаленно, когда я наблюдала это воочию, как происходит зачастую фарс, это было, вызывало улыбку. Но, вы знаете, мое предсказание сбылось, и сегодня, ну, конечно, это смех сквозь слезы, действительно все это осуществилось, да, благодаря, в кавычках, конечно, пандемии. И сегодня действительно это все происходит виртуально, причем действительно, если вы помните, то некоторые депутаты даже показывали с насмешкой, как это все происходит, что можно пить кофе, жарить котлеты во время заседаний, да, вести личные переговоры. Ну, все-таки, когда они по четвергам собирались в этом красивом зале историческом, то это выглядело все-таки как-то покрасивее. Если мы говорим о некой театрализованной постановке, на что все это похоже, по моему субъективному мнению, то, конечно же, это было ну, как-то более... Глаз радовало больше наш. Сегодня, да, сегодня из дома, сегодня все прекрасно, можно подебатировать, тем более, что это все формальность, как мы понимаем, и совершенно неважно, что говорит оппозиция, да, или и если, не дай бог, оппозиция высказывает какие-то опасения, то можно действительно как-то решить этот вопрос быстренько, исключив там, допустим,
из партии, из фракции и так далее. Что я хотела бы сказать по поводу действительно вот этих мер и запретов? Нигде в Европе, конечно, такого нет. Да? Сразу скажу, что я не являюсь, не отношусь к тем, кто вообще против вакцинации и так далее. Конечно же, я сама вакцинирована и лично считаю и всех призываю это сделать. Я считаю, что это ответственность не только перед собой, но и перед нашими близкими, перед обществом, в конце концов. Да? И здесь очень важно понимать и соизмерять свои личные интересы, свои личные амбиции, свои личные страхи, что в основном как раз и движет людьми, которые, конечно же, выступают против, так зачастую яростно. И все-таки, конечно, обдумать это, знаете, как с холодным, так, как говорят в арабской пословице, да, с холодным сердцем. Да. Но что касается вот этих запретов и того, что вообще не допускают, конечно же, это слишком. Конечно же, это, безусловно, для каждого юриста понятно, что это не соответствует самому высшему нашему закону, это не соответствует сатварсме. Конечно же, это дойдет до Конституционного суда. Конечно же, ненормально, когда вроде можно удаленно, но в то же время лишают фактически оппозиционных или которые находятся в оппозиции к всеобщей вакцинации людей, просто исключать и не давать им выполнять свои полномочия. И что самое интересное, что депутат — это же не назначенный чиновник. Да? Это же не человек, который должен там соответствовать каким-то профессиональным требованиям и так далее. Депутат — это народный избранник. Депутат — это посланник от народа, который должен выполнять волю народа. Угу. И фактически ему вообще воспрепятствуется это делать, ну, хотя бы во время, пока его выбрали. Потом-то, конечно, схемы можно использовать, и не зря у нас некоторые вот эти депутаты, которые были в определенных партиях, теперь в оппозиции, да. То есть таким образом у нас тоже политическая борьба очень эффективно ведется, да, просто его вычеркивают, так сказать, из списка и больше никогда никуда не включают, да. А он остается на задворках. Но, естественно, по моему глубокому убеждению, это, конечно, перебор. Да. Вот тоже такой вот возникает вопрос. С одной стороны, можно вот по-человечески отнестись к каким-то ошибкам правительства. Министр сейчас, кстати, новую тактику, я думаю, вы заметили, и премьер приняли на вооружение. Они постоянно извиняются. Да, говорят, ну, извините, но так получилось, когда им говорят, ну, что же вы вакцинированных тоже дома заперли, ну, во время локдауна. Они говорят, ну, извините. Говорят, а что же вы это не сделали? Ну, извините. А почему вы это сделали, а не нужно было? А, извините. Да, и с одной стороны, вроде народ говорит, ну, да, ну, действительно, ну, во всем мире это беда. Вирус нам не подчиняется, мы не можем прогнозировать там развитие событий. Ну, и, ну, не так. Ну, извините. Ну, вот система здравоохранения была не готова. Ну, извините. Ну, денег нет, тоже извините. Да, и вроде бы кажется, что народ готов все простить, сказать, ну, ошиблись. Людям свойственно ошибаться. Да, да, такое ошибочное правительство с ошибочными решениями, да, которые потом мы должны исполнять. Все показывает, конечно же, и доказывает, что у нас нет профессионалов. У нас нет высококвалифицированных профессионалов, которые непосредственно защищают нас, эффективно работают. Да? Кто такие министры на самом деле? Да? Это должны быть специалисты, менеджеры высокого уровня. Они должны особенно в условиях пандемии или, в конце концов, это можно сравнить с войной, да, это, естественно, мы находимся в чрезвычайной ситуации, да, поэтому нужно было нанимать лучших из лучших, а у нас нанимают кого? Своих из своих. Это же бесконечная история, которая продолжается у нас десятилетиями и ничего не учит, да, ни даже та же пандемия и так далее. Ничего не учит, что у нас позорно огромное количество смертей, что у нас заболеваемость только растет, мы никак не можем с этим, мы все время буксуем, не можем справиться. Нет эффективного управления, это совершенно очевидно. Конечно, что делают беспомощные чиновники? Они сначала пытались жестко, потом им все-таки психологи
и специалисты по рекламе сказали, что-то вы неправильно, что-то вы все угрожаете, да, все время запретами. Давайте вы будете смягчите, будете извиняться. То есть сегодня, с одной стороны, они извиняются, да, кланяются, извиняются, говорят, простите, но мы будем продолжать в том же духе. С другой стороны, они начали, уже приняли решение, что будут просто увольнять с работы. Да. Хотя, если мы смотрим на картину в общем, то почему-то у нас вообще нет дискуссии о том, а почему у нас такая высокая смертность. Ведь нет общего протокола лечения, и это сегодня искусство врача. Но, может быть, все-таки нужно как-то посмотреть и на то, что делают врачи. Я, безусловно, убеждена, что они прилагают большие усилия, но, может, все-таки там есть что-то неправильно с тактикой лечения, если у нас такая высокая смертность. Хотя в Европе и не только, в других странах есть какие-то методики, которые все время используются, новые, там, США и так далее, и так далее. И, может быть, нам нужно перенимать опыт, может быть, все-таки и там есть какая-то проблема. Не только деньгами, понимаете, не только на закупку кровати, не только кроватями это можно решить, понимаете, не только койко-местами, но и искусством врачей. Может быть, все-таки и об этом надо было подискутировать. Почему мы так этого боимся? Но в мире это не является какой-то тайной, что это проблема, и что врачи не все могут справиться. Но то, что у нас высокая смертность, это показывает все-таки на какую-то проблему в лечении. Да, вот, наверное, тоже, наверное, отдельная тема для разговора. Ну вот, что касается действительно вот дальнейшей нашей жизни, такое ощущение, что правительство, ну так, ну ура, приняло этот бюджет следующего года, долги будут расти государственные, инфляция, все как надо, и им вроде комфортно, да, но вот комфортно ли жителям Латвии, да, ведь мы все сфокусировались, по понятной, конечно, причине, весь мир озабочен вот этим COVID-19, который все никак не ослабевает, с одной стороны, с другой стороны, жители Латвии не меньше волнует и эта проблема безудержного роста цен, мы видим, что происходит в магазинах, тарифы электричества, газ скоро придут в декабре уже по полной программе вот эти тарифы, стоимость отопления. Как это все будет население вообще погашать, особенно там пенсионеры, у которых размер пенсии будет равен размеру стоимости вот коммунальных платежей. Как это все будет происходить? Пока я от правительства не слышал ни одного слова на сей счет. В свое время, когда был экономический кризис страшный, который тоже появился у нас раньше, чем во всем мире, это был 2007-2008 год, проблему с тем, что люди потеряли деньги, работу, обнищали, а тарифы росли, решали очень просто. Да? Были созданы ростовщические компании, выдавали потребительские кредиты направо и налево. Да, в этом бизнесе были известные люди, в этом бизнесе были политики, они сейчас есть, в этом бизнесе были те, в этом бизнесе были те, кто нам советовали, как правильно экономить с экранов, получая при этом еще и госзаказы и так далее, да, и создавая собственный бизнес. Наживались на вот этом несчастье. Пенсионеры брали кредиты, чтобы платить за отопление. Ну, понимаете, это просто ужасная была ситуация, не было ограничений по процентам и так далее. Годы прошли, пока все это ограничили. Да? Тогда такая была тактика. Второй аспект, что чиновнику чем хуже, тем лучше. Да? Чем больше проблем, чем больше бюджета надо потратить, тем у него выше доходы. Да, тем больше ему прибавляют зарплату, мы об этом можем говорить, о том, что на этом фоне прибавили себе опять коэффициент, увеличили, да, на 40% увеличится зарплата наших главных чиновников. Да? Поэтому, собственно, для них ничего такого страшного не происходит. Одновременно премьер может выступать и рассказывать, что мы вообще за инновации. Да? Он рассказывает какие-то сказки, небылицы в буквальном смысле этого слова, о том, что мы будем развивать инновационные предприятия. Какие у нас предпосылки для их создания, когда у нас бешеный рост цен на энергоресурсы, когда у нас совершенно необдуманная налоговая политика и происходит просто отбирание народа для того, чтобы пополнять госбюджет и кормить ту же армию чиновников бесконечно. Один раз дискуссия была о том, что уже надо их как-то сократить, но нет, мы же не можем. Нам надо департаменты создавать, госминистров и так далее, да? Бесконечная история. И
В этой связи, конечно, очень важно, опять же, вернуться к тому и смотреть на то, а что дальше будет происходить, на чем будет держаться экономика. Любая экономика любой страны держится на малом и среднем бизнесе. Что сегодня происходит с малым и средним бизнесом? Я не говорю о людях, которые не могут заплатить за коммунальные платежи, и наверняка будет ситуация только ухудшаться, а Латвэнерго будет только больше и больше набирать денег. ОИК у нас никуда не делось, да, то есть совершенно выдуманное виртуальное из воздуха отбирание еще дополнительный коэффициент, то есть процент, который берут со всех вообще пользователей. Да. Но мы говорим о малом бизнесе. На днях в Витолине такое... производитель молока объявил, что он закрывается, коров распродают. У нас вообще ничего не останется. У нас сельское хозяйство уже убито. Какие инновации? В поле мы будем инновациями заниматься? На одуванчиковом поле? О чем мы вообще говорим? Какие у нас для этого предпосылки? Мы говорим какие благоприятные условия для этого создало наше правительство? А вот как о чем мы говорим? Мы говорим о климат-нейтралитате. Это сейчас такой новый термин. Да. Нейтральность климата. Я думаю, что если людей вот на улице спросить, что такое нейтральность климата, можно как-то повежливее сказать, можно отгрести, простите, да, потому что люди подумают, что над ними издеваются. На самом деле, вот этот вот монстр расшифровывается вроде бы просто, зеленая экономика, то есть мы должны все заботиться об экологии. С этим вроде бы и не поспоришь, и то, что да, нужно уменьшать эти выбросы СО2, но готовы ли жители Латвии по их уровню жизни к этой зеленой экономике, к электромобилям, на какие средства мы будем это покупать? Да, вот такое ощущение, знаете, что это не для нас все и не про нас. Вы знаете, это, конечно, модная история по поводу зеленой экономики. Я не могу согласиться, что надо это поддерживать стопроцентно. Да, есть очень большая критика, я приверженец той же критики, что все эти истории об изменениях климата – это просто большой бизнес-проект на самом деле. Да? Все эти парниковые эффекты, СО2, эти электромобили, которые больше загрязняют окружающую среду, и это совершенно очевидно, их производство и то, чтобы поддерживать все на этих электродвигателях, намного дороже, чем и намного вреднее в итоге, чем простые автомобили. Ну, исторически, которые у нас, это автомобильная промышленность, которая развивалась и так далее. И дело в том, что на это выделяются огромные деньги из Европы. Огромные, миллиардные бюджеты. И не только в Европе. Это же тенденция, и Америка этим занимается. И Трамп пытался, кстати, с этим бороться, но, естественно, власть изменилась и не позволили зеленые, чтобы перестали финансировать их странные проекты, да? И все эти истории про Грету Тунберг и так далее, это все в одной связи. Это огромные бюджеты, а для наших чиновников что важно? Раз выделяют миллиарды, значит, мы можем их использовать, чтобы у нас еще лучше одуванчики росли. Да. К сожалению, насчет одуванчиков, наверное, вы правы. Вот еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Вот мы в самом начале говорили о том, что, да, решение в основном принимается кабинетом министров, это центр власти, потом они приходят в парламент, и дальше все четко разделено. Правящая коалиция поддерживает все свои предложения, все попытки оппозиции вмешаться, если так можно сказать, в этот процесс, сразу на корню пресекается. Но самое ведь удивительное, что ведь эта ситуация не меняется. Да, вот она десятилетиями, я так понимаю, что и вы это застали, смотрит не на суть предложения, а на фамилию и на партию. Да, вот, ага, не та партия, к депутатским квотам отношения не имеет. Мы тут сами поделим вот эти депутатские квоты, а вы нам не мешайте, сказали правящие депутаты, и вот проголосовали, так они проголосовали. Но интересно, что когда вот эти партии, которые сейчас у власти, шли на выборы, они же говорили, что ну мы будем по-новому, вот мы не так, как предыдущие, у нас будет диалог между правящей коалицией и оппозицией, мы будем прислушиваться, мы будем смотреть, если предложения от оппозиции конструктивные, поддержим обязательно. Но что-то в этом... Этот механизм никак не могут сломать, да, вот старый? Вы знаете, с одной стороны, мне кажется, что так называемые депутатские квоты, хотя это не совсем корректное в сегодняшней ситуации название, потому что сегодня решения о предложениях принимаются во фракциях сначала, да, потом они уже подаются как предложения депутатов к бюджету. С одной стороны, это хотя бы единственное
прямая возможность избранника народного депутата каким-то образом защитить или способствовать каким-то проектам непосредственно каких-то людей. Да? И мы знаем, что очень много выделяется на всякие общественные мероприятия и так далее. Хотя, конечно же, с другой стороны, мы видим, что это все согласованные действия. Что такое депутатская квота? Это то, что это предложение, которое можно утвердить о выделении некоего бюджета вне согласования с кабинетом министров. Да? И этим пользуются также и позиционные так называемые партии, когда они выделяют еще дополнительные деньги. Но с одной стороны, в кабинете министров происходит согласование госбюджета теми же, собственно говоря, политическими силами, которые потом всеми за это яростно нажимают кнопки «за», хотя бы происходят какие-то обсуждения и так далее, рациональность рабочей группы, есть специалисты в министерствах там определенные, да, в отделах, которые этим всем занимаются. С другой стороны, здесь сбоку, да, у нас без согласования, да, с этим бюджетом, у нас есть как некий такой резерв, это же из определенного непредвиденных расходов бюджета распределяется, да, когда можно все-таки дофинансировать там церковь или бесконечные вот у нас там организации общественные, одни и те же по названиям годами, да, можете убедиться и посмотреть. Кстати говоря, призываю всех, посмотрите на сайте Сайма ЛВ, там вся информация открыта, вы можете видеть все в аннотациях, в законопроектах, да, кому выделяются деньги, на какие мероприятия и так далее. И это некий круг таких организаций, так называемых зачастую общественных, которые осваивают огромные тоже бюджеты, оправдывают свое существование каким-то образом. Да? Но так у нас построено, к сожалению, вообще распределение денег, да, как в кабинете министров, так и потом дополнительно по депутатским квотам. Хотя, еще раз повторяю, есть, конечно же, какие-то непредвиденные или, например, в рамках госбюджета не обсуждалось, не было возможности даже рассмотреть как необходимость дофинансирования или дофинансирования какого-то там проекта, да, восстановления каких-то там объектов, я не знаю, и так далее, помощи какой-то. Да, так, квота на самом деле она не такая негативная, как это кажется, да, но, конечно, все это в итоге со стороны людей простых народа, который смотрит на это все, выглядит как распил бюджета. Да, вот интересно, на самом деле, так, чтобы быть объективным, вы абсолютно правы, не нужно воспринимать квоты как что-то такое невероятное, что чуть ли не депутаты себе в карман берут что-то, да, там действительно, если посмотреть, там предложения религиозным организациям, благотворительным, на ночлежки, на дома культуры, в принципе, это все надо, да, но иногда, действительно, вот ведь почему возникает такое сопротивление и непонимание среди народа, что, опять-таки, очень четко есть группа депутатов, которые от правящей коалиции, их предложения проходят, такие же аналогичные предложения от оппозиции не проходят, вне зависимости от того, что оппозиция не предлагает. Очень такой характерный пример, вчера его тоже и коллеги на латвийском телевидении разбирали, значит, были два предложения, как помочь Даугавпилсу. Ну, мы знаем, что этот регион в связи с низкими темпами вакцинации и другими причинами, сейчас там действительно ужас, что творится, самый настоящий апокалипсис. То есть там смертность, о которой вы говорили, от ковида просто зашкаливает, там уже некуда хоронить, но и фактически два было предложения. Депутаты от правящей коалиции предлагали, ну, видимо, был такой запрос, выделить деньги на парковку возле кладбища, ну, чтобы было где парковаться, а представители оппозиции, не буду сейчас рекламировать ни тех, ни других фамилий называть, а представители оппозиции предлагали выделить дополнительные деньги на закупку медицинского оборудования для Даугавпилсской больницы. Ну вот, угадайте, какое предложение было поддержано. Ну, надо с кладбищем разобраться, это сейчас более актуально, чем больница, да, но в этом есть какой-то такой трагический, циничный символизм, да, что мы сейчас будем... Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть человеческая жизнь, на самом деле, то самая большая ценность, да, у нас превратилась в действительно корыстные интересы, и мы... Где жизнь, где смерть, да, то есть лучше стоянка у кладбища, чем медицинское оборудование в больнице. Да, парадокс. Я понимаю, что там вчера депутаты правящей коалиции пытались там говорить, что, ну, вы понимаете, ну, больница муниципальная, это какая-то автономия, поэтому пускай там не нужно вмешиваться, да? Но это неправда. На самом деле это не совсем так.
Муниципальная больница выполняет те же функции, что и государственная. Абсолютно. Абсолютно. И они, безусловно, должны получать софинансирование от государства. Безусловно. Это не происходит в рамках бюджета только муниципалитета. Да. Это же совершенно очевидно. Особенно в рамках пандемии, когда выделяются специальные бюджеты для организации отделений и так далее, врачей, финансирования их и зарплаты можно и так подумать, далее. Это не происходит только из... Да, можно подумать, что кладбище и дорожка к нему, она какие-то государственные функции выполняет, а не муниципальные. Да? То есть это все тут понятно, но, к сожалению, поэтому, наверное, не хочется здесь, может быть, на этом долго топтаться, если так можно сказать, но мы же видим эти катастрофически низкие рейтинги доверия к парламенту и к правительству. Ведь это же не просто так. Да. Они у нас сохраняются уже определенное количество лет. У нас действительно есть безусловное недоверие. Но это все, по моему глубокому убеждению, из-за того, что мы все время способствуем тому, чтобы размножалась армия чиновников, и она нами управляла. Ненормально, когда чиновничье сословие управляет всеми процессами в государстве. Оно должно обслуживать на самом деле, да? Оно должно эффективно выполнять указания, да? И чтобы государство эффективно существовало и работало во благо народа. А на самом деле мы все обслуживаем чиновничье сословие сегодня. Да. Ведь это на самом деле тоже, говоря о чиновничестве, это ведь результат качества их работы мы видим всюду. Да? Даже, казалось бы, эта эпопея, которая вызвала соответствующую реакцию националистических сил в Рижской думе, эта попытка поздравить в том числе Нелатышей с государственным праздником 18 ноября. Да, и там, я так понимаю, чиновники, видимо, решили, что они владеют русским языком, неловко сделали этот плакат или там это поздравление «Возроди Латвию языком». Но понятно, что для тех, кто понимает суть русского языка, кроме как улыбки, так мягко говоря, это не вызывает. Да? Понятно, что националистические силы не по сути, а по форме, они были вообще против использования русского языка. И когда ты смотришь на все это неудачное действие чиновников, тебе кажется, что или это не профессионализм, или это злой умысел. То есть мы так переведем на русский язык, что сами русскоязычные скажут, слушайте, давайте лучше на латышском. Да, не будем позориться. Да? Не надо этого всего, потому что это уже не поздравление, это какое-то издевательство. Да? Но это тоже ведь... О качестве вообще госуправления и в Рижской думе тоже ведь та же проблема, да? В Рижской думе тоже есть так называемые избранные народом депутаты, хотя все равно по партийной принадлежности, что, на мой взгляд, тоже архаика для такого маленького государства, как Латвия. Я считаю, что в самоуправлениях, конечно, должны быть хотя бы на муниципальном уровне прямые выборы депутата, а не мэра, от какой-то политической силы это должно зависеть. Да. Да? Да. Что касается неуклюжести, она наблюдается уже много лет, и надо отметить, что в Риге тоже же есть огромное количество чиновников тех же самых, огромное количество отделов, департаментов, и при любой власти эти отделы и департаменты существовали, они существуют, и они будут существовать. И как раз все это, это согласование с рекламами и так далее, мы можем, кстати, вспомнить размещение этого позорного мурала на стене, и оказалось, что никто и не видел его в глаза, просто и комиссия, которая принимала, она просто заочно согласилась, что там что-то надо нарисовать. Да? Можно было там, например, согласовать слово из трех букв, да, может, латыши бы не поняли на самом деле, красивые какие-то из кириллицы знаки. Да? Да, то же самое с этой рекламой. Это же все происходит в отделах у чиновников, которые за это отвечают. И мы опять говорим об эффективности, что это такие специальные дяденьки и тетеньки, которые совершенно не соответствуют занимаемым должностям. А соответствует или нет, но с 2023 года, это завершая наш разговор, у них будут новые заработные платы, так что, в принципе, наконец их оценят по заслугам. Да, только от увеличения зарплаты не повысится, естественно, их эффективность, и они не станут лучшими профессионалами. А вдруг? Да, Ирина Цветкова у нас была на прямой связи. Будем надеяться, что, может быть, в будущем наши беседы станут более оптимистичными. А сейчас пока как есть. Спасибо большое.